Лучшее звено газодомозащитной службы. Такой смотр конкурса состоялся между подразделениями Мособлпошспаса. Три блока соревнований, в каждом испытании на профпригодность. Офис, комплексная полоса препятствий и первая помощь. В этих дисциплинах предложили проявить себя участникам состязаний. Чтобы показать свое мастерство, 24 команды собрались в старой воинской части в поселке Октябрьский. Непростые дистанции ожидали пожарных спасателей. Все дистанции сделаны для отработки в реальных событиях. То есть это и поиск пострадавших, и оказание первой помощи при выносе пострадавших с пожара. Вот, и поиск пострадавших в замкнутых пространствах. Отец Александра Шибалова всю жизнь работает в пожарной охране. Для сына выбор профессии не составил труда. В детстве Саше нравилось приходить к папе на дежурство, наблюдать за его работой и чувствовать себя членом команды. Мы работаем в команде, нас получается в карауле 4 человека. Точнее, 5-й начальник караула, он как наш отец. Руководит всеми действиями, он уже довольно опытный мужчина, поэтому все задачи перед каждым он ставит четко. Сила, сноровка, огромная физическая подготовка. Такие качества необходимы для успешной работы в пожарной охране, но это не самое главное. На первом месте это все-таки моральные качества, то есть надо быть уверенным и в своих силах, и в силах твоих товарищей. И то есть при любых обстоятельствах ты должен уметь выполнять свою работу, свою задачу. Победителей смотра конкурса выявили двухдневные соревнования. Три лучшие команды отправятся на первенство Московской области. Луиза Игазарян, Анастасия Юшкевич, Дарья Романова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.